Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор мыльной основы с козьим молоком Goat's Milk. Это мыльная база английского производства, содержание натурального цельного козьего молока. Это основа, в которую, даже не добавив никаких ингредиентов, получается полезное, приятное, увлажняющее и питательное мыло. Такое мыло – отличное гигиеническое средство для ухода за чувствительной кожей, особенно за зрелой кожей и склонной к сухости. Белая, непрозрачная, пластичная, твердая масса потому не подойдет для мыла с рисунками, зато может быть вылита слоями или использована для создания мыла-скраба. Хорошо подходит эта молочная мыльная основа для создания питательного мыла, которое будет увлажнять и смягчать кожу. А если добавить еще и активы, масла или экстракты, то получится отличное средство по очищению и уходу. Благодаря своим мыльным свойствам и почти полной гипоаллергенности, данная основа подходит для создания детского мыла и мыла для чувствительно нежной кожи. Только в рецептуру такого мыла важно подобрать масла, которые подходят детям или взрослым с чувствительной кожей. Эта основа еще прекрасно сочетается с медом или глиной. Основа пригодна не только для создания мыла для рук и тела, но и для создания питательного мыла для лица с добавлением базовых и эфирных масел. Мыльная основа изготовлена из цельного молока без использования синтетических ингредиентов и вредных веществ. Свойства мыльной основы таковы. Хорошо плавится, легко режется. Цвет белый, непрозрачный. Запах нейтральный. Основа содержит цельное молоко. Отлично сочетается с глиной или медом. Подходит для изготовления нежного мыла-скраба. Увлажняет и хорошо пенится. Хорошо передает вводимые ароматы. Устойчив к солнечным лучам. Вот так выглядит данная основа на козьем молоке. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!